описании видео, дорогие друзья, будет ссылочка на полку Яндекс.Маркета, именно мою полочку, где вы сможете, используя сплит до 6 месяцев, а то и более, а также скидки и промокоды, покупать часы как дорогие, так и не очень, которые вам понравятся. Ну а также и наушнички, дорогие друзья, чуть ниже все. Есть дешевые, есть дорогие. Короче, есть все на любой ваш вкус. Проходите по ссылочке, смотрите, выбирайте, покупайте. Вам будет хорошо, ну и мне, в принципе, тоже неплохо. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Ну, иногда бывает о чем-то другом, но это очень редко. Сегодня мы с вами в этом видео будем изучать такой вопрос, где брать последние модифицированные приложения от Dante для измерения ЭКГ и артериального давления с помощью часов Galaxy, таких как Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4, и Galaxy Watch 6 в том числе. Для тех, кто не знает, минутку уделю этому времени. Есть это приложение, которое работает официально со смартфонами Samsung и часами Samsung. Samsung монитор здоровья. Вот оно у меня стоит. И оно призвано измерять ЭКГ, измерять артериальное давление, крови, короче, да. Оно не работает с устройствами Samsung, с смартфонами именно в том месте, где это не разрешено в стране. Ну, допустим, Арабские Эмираты там или еще. Вот в Америке разрешено, по-моему, артериальное давление, а ЭКГ нет, либо наоборот, короче. Либо мы, если возьмем какую-то другую страну, там, допустим, это недоступно, как Казахстан или еще где-то, да, в России это доступно. Но если у вас смартфон не Samsung, а часы Samsung, то это в априори недоступно, и именно для этого нужно вот эти модифицированные приложения, моды, которые делает Dante 63 или 73, спасибо ему огромное за это. И он периодичностью их выпускает новые. Допустим, появилась официальная новая версия Samsung монитор здоровья, да, он выпускает потом модифицированную версию для того, чтобы вы могли установить ее на смартфон не Samsung и пользоваться связкой с часами Samsung Galaxy Watch 6, 5 и 4. Так вот, где берем новые версии? Вот оно, приложение Компаньон. Ссылочка будет в описании видео. Одна. По ней проходите, там пост будет. И уже в посту все подробно будет описано. Для тех, кто впервые это слышит, как это установить, где взять, что скачать и несколько инструкций. Короче, поехали. Там же по ссылочке будет доступна вот эта новая версия компаньона. Что у нас, значит, здесь есть? Первое, сразу же, смотрите. Он показывает, какая версия стоит у вас сейчас и какая доступна обновление. Как видите, у меня они одинаковые, соответственно, не надо. Вторая, это как раз-таки скачать модифицированное приложение Samsung монитор здоровья для смартфона. Вы нажимаете, он показывает, какая последняя версия. Дальше нажали и нажимаете скачать. Проходит какое-то время, появляются циферки и появляется загрузка в процентах. Ждем окончания загрузочки, и он сразу же показывает установить. Ну, мы пока устанавливать не будем. Я вам покажу, где они потом сохраняются на вашем смартфоне. И вы свободно смогли их установить. Дальше мы с вами переходим на вкладку Watch. И в этой вкладке Watch показан, какой версии мод здесь. Нажали, он говорит, вот она версия. Вы также нажали на нее и скачать. То же самое происходит. Загружается. Все, загрузились. Но это вы не установите на смартфон, потому что это надо установить на часы. Здесь есть гид, есть руководство о том, как все это устанавливать на английском. Я же, как вам уже сказал, в описании видео пройдете по ссылочке, там будет пост и подробно все будет описано, где инструкцию какую посмотреть и так далее и тому подобное. Все посмотрите, все сделайте, у вас все будет работать. Вы скачали вот эти моды, они где сохраняются? Они сохраняются, берете любой файловый менеджер, заходите, идете во внутреннюю память сначала, потом идете в загрузочки. И в загрузках вот такая вот папочка у вас появится. Samsung Health Monitor Mod Companion. На нее нажимаете и, пожалуйста, первый файл, который 94,22 мегабайта, это на смартфон. Берете ее и устанавливаете.
Ну, а второй, соответственно, 15,32 мегабайта, это для часов. Его берете просто и по инструкции, которая будет доступна по ссылочке в описании видео, ставите второй. И потом также пользуйтесь этим модом. Допустим, смотрите, в самом начале здесь есть вот такая отметочка. Автоматическая проверка для обновлений каждый. Никогда 3 дня, 7 дней. Я поставил 7 дней. Если вы не хотите ждать, хотите проверить, можете сами нажать, и он вам покажет. И если появится здесь новая версия, то вы ее скачиваете. Также переходите на Watch и здесь скачиваете. Кстати, здесь есть инструкция о том, как сделать так, чтобы была у вас включена синхронизация с Samsung Здоровье. И там отображались измерения ЭКГ и артериального давления. Вот, пожалуйста. И здесь все есть. Только пользователи мод должны установить эти плагины. Не устанавливайте, если у вас установлен Tizen мод и т.д. и т.п. Здесь следующее, пожалуйста. Вы, вероятно, задаетесь вопросом, как можно использовать загруженные данные там и так далее и тому подобное. Ну, там, я говорю, все на английском, поэтому, если вы умеете английский, то смотрите. Если нет, то, пожалуйста, в описании видео будут все ссылочки. Вы спокойненько сможете там все по-русски понять. Но вот как-то так. Вам же напоминаю, что вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал, видео делитесь, ну и т.д. и т.п. Ваши лайки, комментарии даже очень кстати. Спасибо за внимание и до новых встреч.